Мост по проспекту Республики – одна из точек Бреста, которая давно нуждалась в обновлении дорожного покрытия. Долгое время на этом участке обходились ямочным ремонтом, но эта временная мера себя исчерпала. Руководство города и дорожно-эксплуатационное предприятие пошли навстречу множественным обращениям автолюбителей, и совсем скоро на привычном отрезке пути поездка станет в разы комфортней. Но замена асфальта производится на данный момент не только на этой локации. На данный момент определено два участка, это Московская и проспект Республики Путепровод. Московскую планируем все до 9 мая восстановить обратно верхний слой. Всего по Бресту на разных видах дорожно-ремонтных и восстановительных работ задействованы 4 бригады. Три из них можно увидеть на проезжих частях города, одну в дворовых территориях. Особо активно ведется ямочный ремонт. Сезон благоприятен для проведения таких работ отсутствием резкого перепада температур и небольшим количеством осадков. На данный момент производится ямочный ремонт, что традиционно в весенний период. Ремонт производится струйно-инъекционным методом. Основные артерии города уже прошли. Это Московская, Машерова, 28 июня, проспект Республики, Суворова, Махновича, Зубачева. На данный момент пошли уже на второстепенные. Это Машенского, Фруктовая, Дворцовая, Городская, Красный двор. Стоит отметить, что к текущему моменту уже отработано порядка 7 тысяч квадратных метров. Из них непосредственно в апреле порядка 2 тысяч. Заявки на ремонт формируются по заключениям комиссий ДЭП и ГАИ, а также на основании обращения граждан. Поездка в автотранспорте должна быть комфортной, а водителю важно быть сосредоточенным на дороге, а не на ее повреждениях. Поэтому мы еще не раз увидим специальную технику, яркие жилеты сотрудников и опознавательный знак дорожной работы. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».